Состязания троеборцев проходили по двум подгруппам. В первой – забайкальцы, хабаровчане и приморские пограничники. Во второй – 13 команд из Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов. Главной интригой соревнований стала борьба между нашими земляками, чемпионами с 10-летним стажем, и хабаровчанами, одержавшими победу в прошлом году. В стрельбе из автомата с разрывом в 1500 очков победила наша команда. В метании гранаты первыми стали спортсмены из Хабаровска. А в решающем состязании кросе на 3-километровую дистанцию победу одержали забайкальские пограничники. В итоге наши земляки вновь вернули свой чемпионский титул. Хабаровчане вторые, команда из Приморья третьи. В личном зачете победил забайкалец Дмитрий Гидреевич. Во второй подгруппе чемпионами стали пограничники из Республики Бурятия, второе и третье место у троеборцев Камчатки и Магадана соответственно. Марина Кузнецова, Время новостей.